Доброе утро. Точка. Ну ладно, продолжим на следующем уроке. Все свободны. Учащиеся, уважаемые педагоги, родители и гости. Сегодня, 1 сентября, во всех школах республики проходят торжественные мероприятия, чтобы молодые граждане Беларуси получили отличное образование. И начало учебного года объявляется открытой. Слово предоставляется председателю Совета Республики. Я от имени Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь и себя лично горячо и сердечно поздравляю всех присутствующих о вашем лице, всех родителей, педагогов, учителей. Но у нашей страны хорошая перспектива, хорошее будущее. И я думаю, что те преобразования, которые идут сегодня в средней школе, направлены на то, чтобы из общей среды учащихся способствовать выделению лучших талантов, которыми еще в большей степени будет прирастать наша страна. Я поздравляю вас с новосельем, с новой школой. Когда мне позвонил председатель Брестского областного исполнительного комитета, уважаемый Анатолий Васильевич Лис, и прислал соответствующее приглашение принять участие в торжествах по случаю линейки первоклассной в новой вводимой школе, я с удовлетворением принял это приглашение как уполномоченный по Брестской области. Счастья вам и здоровья в школе и в семейного благополучия. Спасибо. Для Пинска это действительно очень большой подарок. Появилась прекрасная школа в новом микрорайоне города Пинска, в развивающемся районе с хорошим, красивым названием «Радужный». И эта школа действительно, она
отвечает сегодня современным. Что глупо быть злым и наживать врагов. Мне 21 век, скажешь, что ж это за игра. Жизнь от них на прожженный мужчин, я вырезавшу. Обучаться я пришел. Теперь-то жизнь